есть выходы из группы, но никак не удается что-то по-настоящему мощное показать и выйти хотя бы в четвертьфинал. Неймар закрыл мяч корпусом. Марсело. Сильный прострел в стиле раннего Роберто Карлоса. И дальний удар! Гол! Вот так умеет забивать Бразилия Филиппе Коутиньо! Открывает счет красивейшим ударом в дальний угол. Когда не получается пролечь штрафную, надо бить издали, правда? Когда ты умеешь бить, то да, да. Если ты не умеешь бить, то лучше не бить. Но Филиппе Коутиньо умеет. Неймар остановился. Марсело прострелил. Но здесь, кажется, вроде бы швейцарцы справились. А дальше не успевают накрыть. И просто феноменальный удар. Какая же красота. От штанги мяч летает в ворота. И даже роскошный прыжок Зомера, он почти долетел. Все равно ничего не может поменять. 1-0. Ну, потому что последние минуты к этому шло уже. То есть, если первые 5 минут еще, да, Швейцария оказывала сопротивление и даже давление какое-то, то... Это были другие абсолютно команды. Филиппе Коутиньо тогда еще вот так не играл. Какое же ударище потрясающее. Да, у Дениса Черышева много конкурентов в борьбе за звание автора самого красивого гола. И еще сколько будет, я думаю, надеюсь, что будет еще много голов и много будет красивых голов. Этот чемпионат радует. Пока каждым мгновением, каждым матчем